Добрый день, сегодня 30 мая 2024 год. Меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. На заказ, к сожалению, не вожу. Есть куча причин, пока не вожу. И вожу технику только целиком. Заехала на паром, сама выехала, только в таком качестве. Получается, всегда с ЭПСМ у меня. Видел эти горы запчастей битого пластика, из которого собираю трактора. Так, доставка по всей России без проблем, в обрешетке, льготные тарифы, опыт большой. В этом году 10 лет занимаюсь тракторами. Мне кажется, достаточно уже опыта. Представляю вам отличнейший трактор Kubota KT-235, Kinkai, королевский глаз. Как выглядит трактор, в отличнейшем состоянии, прям пушка-бомба, в родной краске, взят у деда, который, я прям вообще, видите, царапина, да, она была пластырем заклеена, вот здесь все было в этой, где вот трутся вот эти, все было в скотче таком армированном, еле как пооттирал все, все что-то подписанное. Прям такая забота. Какие шины, задние килограмм дуют, а форвард передний 1.6. Также видите, все подписано. Ну прям дедушка прям следил за ним. Двигатель труд трехцилиндровый, полуторалитровый. Представляете, D1503, то же самое, что на KL33 такой же стоит. Запас мощности у него хороший, 23 лошади. Насос атмосферный, механический ТНВД, 341 час, все абсолютно родное. По дискам он, просто у нас и дождь, грязь, пока доедешь сюда. По дискам он, так, передний 07 год, задний 08. Ну, это вот так бывает, переход, диски, шины 08 года. Видите, вот и шины 08 года, это прям родные шины с завода. Нерепанные, в отличном состоянии. Все болты, сейчас покажу, блестят. Бронза. Так, поехали. Это у нас делитель, вот эта рукоятка. Это понижено, это повышено, вот они рядом. И промежуточные, раз, два, получается 4 скорости. И коробка передач основная, 3 скорости. Итого 12 скоростей, и у него реверс есть. 12 скоростей вперед, 12 назад. Все информационные таблички. Все. Крыша. Смотрите, крыша. Какая. Вот это все. Все родная, мягкая крыша. Сидушка, ремни. Это под документы, видать, под что-то подключи. А, подключила здесь. Ну, пустая, к сожалению. Кроме колпачка на ПТО, ничего жадина дед не оставил. Так, ну это световые приборы, это подсветка колеи, вот маленькие две вот лампочки слева и справа. Понятно, что все работает, абсолютно все работает, все горит. Поехали дальше. Поворотники. Эти стопы как у КЛ-ек, у свежих, причем даже не двухзначных, а трех-четырехзначных. Смотрите, болты сияют как. Трактор только с таможни. Дождь вот идет уже. Быстросъем. На кардане муфта соединительная. Кожух защитный. Все целый, все работает. Система автоглубины тросиковая. Фреза родная, Kubota. Вот такая RL-155T современная. Вот это я не знаю, либо чтобы он всплывал, если по рисовым чекам, либо чтобы грязь туда не попадала. Такие пластиковые накладки. Полтора метра рабочая ширина. Есть отделы для формирования грядок. Боковые, центральные. Отстегиваются. Все, видите, да, в каком состоянии все.
Автогоризонт, все есть. Так же, как вот на современных больших тракторах, вот режим спашки, нажал и все. Автогоризонт, глубина. Ой, а глубина тут не включается, тут она вот тут, вот этим джойстиком. Типа посередине, глубоко, высоко. Вот, прям подписаны иероглифами, как заглубляться. Тут уже подъем фрезы при движении задом, подъем фрезы там при резком повороте, горизонты, вот функция АД, быстрый разворот, еще и подтормаживает задние колеса в сторону поворота, ручная корректировка горизонта, либо вот одна клавиша и все, все готово. Вал отбора мощности, три скорости прямое вращение и вот на красную поставим, где иероглиф, это обратное вращение, блокировка дифференциала заднего моста. Так, под ковриком. Вот. Здесь под ковриком болты горят. Так, и два ключа. Редко такое встречается. Ручной газ, это подъем опускания фрезы под рулевое управление. На парковку ставить, это угол рулевого колеса, видите. Это подставка под ведро заправки. Она у нас здесь. Вот так вот открывается. Ну все, заводим. Все, нажимаем, тыкаем. Так. Дальше отключу. Так, сигнал. Опа, вот сигнал не работает, но сигнала я и не нашел точно. Его и нет. Работают. Колея включена, свет основной включил. Вот лампочки колеи. Кинкай горят. Ну все, больше нету ничего. А, ну и вентиль гидросистемы, вот, забыл сказать, понятно. Под сидушкой. Опустили. Подняли, опять опустили, включаем режим спашки, задний ход, фреза поднялась, опустили, опять работаем. Видите, как я и говорил, все включено сразу, режим спашки. Он так переводится, Google прям переводит, режим спашки, я так и говорю. Корректирую, вот автомат. Опустил. Так, неудобно. Сейчас за шторку поднимаю, фреза поднимается и опускается. Поехали. Сцепление. Третья скорость, прямое вращение. Цепной керс, слышите? Ничего не слышно. Пружины, видите, аж как с завода. Есть. Подставка под фрезу, когда на быстросъеме, чтобы фреза не падала, просто оттягивается, ставится. Защита. Везде уже шплинтов нет, просто, видите, выдвинули. Оп. Зафиксировалось. Ну,
Ну все удобно так, грамотно. Классно. Все. Видите, фаркоп даже есть. Ну, небольшой. Ну, есть. Сцепление. Вторая. Сцепление. Первая. Поехали. Обратное вращение включаю. Делитель на пониженный. Скорость первую ставлю. С рушника снят. Реверс. Поехали. Самый малый ход. Вот на какой передаче какая скорость. Слышите, тык-тык-тык. Горизонт работает. Автомат, что все включено. Видите, все горит. АД — это помощь при быстром развороте. Ну и все эти системы. Обратное вращение идет. Вот в систему врезаться сюда, гидравлическую. Ну все, вал отбора мощности выключаю. Вторая скорость. Третья. Назад. Вот, пик мото, что слезу подняла. Можно сейчас выключить все. Все, видите, потухло. Есть. Следующий делитель у нас вот сюда. Доводим. А, ну. Включим отдельно. Вот быстрый разворот. А вот система АД. Без пачки. Вот они загорелись у нас. Третья. Следующий двигатель сюда. О,
полбака японской соляры. О, видите? Быстрый разворот. Назад третья. Вторая. Так, ну все, и самое повышенное. Сюда. Вторая. Даже на повышенной быстрый разворот не отключается у кубот. Третья. С ветерком. Вторая. Первая. Мануал по эксплуатации на японском языке в электронном виде. Будущему владельцу обязательно вышлю. Мануал — очень интересная книга. Записи какие-то. Вот холостой ход абсолютно. Сапун. Так, вот обманул, сигнал есть. Дудка. Это с другим трактором уже. А что-то не сигналит. Ну, не побоюсь этого слова. Как новый. КТ-235. 23 лошадиные силы. Трактор с ПСМ. Ну, будет. Документы, потому что трактор только с таможни. 1,5 метра рабочая ширина фрезы. Двигатель D1503, 1,5-литровый. Быть вернее, 1499. В отличнейшем состоянии. Так что думайте. Всего доброго. До свидания.